Кстати, вам рассказывают, что вот этот лаваш очень вкусно гриль. Еще кушать мясо верблюда, барани, кон, газель. И интересно, знал, как ходят кролики в этой пустыне, воспитывают еще гуси, утки, чтобы человек покушал. Они успевают поесть всего один раз в день, потому что мужчины утром заберут своими стыдами и ходят на постивших. И где кормят своих стыдами. Вечером вернуться обратно. Увидишь, что жена для него приготовила ужин. Резала курица, если он охватил какой-то куры или что-то, кролики тогда не приготовить, они поесть его. Они кушают все натурально, пьют воду из колодца. Конечно, вода в колодце, вода в пустыне, можно ее распознать через зелень. Именно дерево, которое называется акация. Когда рудвини увидят дерево акации, тогда рядом 100% есть вода, и они копают, колодец. Если не нашли дерево акации, тогда они используют помочь верблюд, который на него катали, за то, что верблюд возможно почувствовать запах зелени на расстоянии 40 км вокруг себя, куда ему проводят, чтобы есть, значит, в этот место есть вода. Вот это считается. Он говорит, нельзя, что она не будет попросить. Святой Гереверный. Да.